Перед началом данного ролика хочу вам порекомендовать канал под названием Channel Gym. Ребята, это очень классный канал, но пока что на канале ничего нету. Парень будет очень стараться. Он мне сказал, что в скором времени будут выходить очень крутые ролики. Поэтому, ребята, пожалуйста, перейдите и подпишитесь. Все ссылочки есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе. И сегодня, ребята, будет обзор крутого проекта под названием City Ember. Ребята, давайте мы на нее зайдем и пройдем краткую регистрацию. Ребята, я знаю создателя этого проекта. Создатель большой молодец, потому что он вклал тучу усилий в создание этого проекта. Поэтому, ребята, пожалуйста, просто возьмите и зайдите. Я пишу команду регистр и мой пароль. Регистр. И давайте мой пароль 12345678890. Все, ребята, я успешно прошел регистрацию, все нормально, все круто. Ничего себе, парень уже в алмазной броне. Вот этот мажор, вот этот буржуй. Ну что, давайте первым делом напишем команду Kit Start. Я получу начальный набор Kit Start. Что же в себя включает Kit Start? Ребят, я получил кожаную бронь, также я получил железные инструменты, а также я получил ресурсы для постройки моего дома. В принципе, ребят, особой халявы нету, поэтому это меня радует. Так, это у нас цены на донат. Дальше варпы. Ничего себе, ребят, как по мне, очень даже неплохо. Вы только посмотрите на этот спавн. Ребят, спавн просто божественен. Внимание! Вот это у нас мини-игра под названием «Царь горы». Ребята, очень прикольная мини-игра. Если вы не знаете, как в нее играть, давайте я вам вкратце расскажу. То есть нам необходимо просто забраться сюда. Но, ребята, есть один небольшой нюанс, что тут есть ПВП. То есть вот этот парень сейчас меня может просто взять и убить. А ну-ка, ну. Вот видите, вот я только что его ударил. И он меня тоже может убить. Поэтому, ребята, это очень опасная мини-игра. Скажу вам так. По всей видимости, это у нас PvP-арена. PvP-арена у нас очень простая, но, ребята, если учитывать то, что она на спавне, это просто бомба, это просто классно так. Это у нас лава. Ой, меня идут убивать! Не-не-не, слушай, я сейчас слишком молод. Вот, блин, кажись, меня убьют. Не может быть, я выжил. Вот так, давай, до свидания, братан. Было приятно с тобой иметь дело, но сегодня явно не твой день. Так, ребят, давайте мы немножко поиграем еще в варп-казино. Мне парень пишет, чё нуб го PvP? Ты нуб. Ну да, я нуб, братан, ты как бы понимаешь, что я только что зашел на этот проект, понятно, я нуб. Че он мне угрожает? Отстань вообще от меня, уйди, все, не мешай мне. Так, варп-казино, ребят, давайте отправимся в варп-казино. Варп-казино. Ну что, ребята, давайте испытаем нашу удачу. Игра с минимальной ставкой, игра с средней ставкой и игра с максимальной ставкой. Ну, ребята, давайте, наверное, знаете, что начнем с игрой с средней ставкой. Блин, я ничего не выиграл. Я ничего не выиграл. Вот эти неудачи. Так, я выиграл 5000. Ничего себе, очень даже неплохо. А ну-ка, ребята, знаете что? Давайте я попробую поиграть. Попробую поиграть в игру с максимальной ставкой 10 тысяч долларов. 100 долларов! Мать моя женщина, вот эти неудачи. Вообще ноль. Слушайте, у меня как деньги закончатся или нет? В общем, ребята, я думаю, что на этом моменте можно заканчивать. Конечно же, IP-порт этого уникального проекта есть в описании. Ребята, обязательно зайдите и поиграйте вместе со мной, потому что это просто лучший сервер, на котором я когда-либо играл. Все, ребята, IP-порт есть в описании. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был ваш Кент. Всем удачи и всем пока.